В новом выпуске программы «Компас ГИС. Туризм без багажа» вы узнаете, какие сокровища находят археологи в Максимовке. Эти находки означают наши новые знания о тех прошлых эпох, которые открываются иногда с неожиданной стороны. Как Максимовка связана с историей советской авиации? Мы находимся на том месте, которое в годы Великой Отечественной войны занято было под аэродром. Как в селе Съезжие появилось Святое озеро? Местная жительница увидела над озером образ Казанской Божьей Матери. Чему можно научиться на мастер-классах Бариновской мельницы? Переворачиваем нашего колобка вверх ногами. Об этом расскажет тревел-блогер, основатель туристической компании и глэмпинга Виктория Агалакова. Встречаемся на телеканале «Самара ГИС» 18 сентября в 18:45.